Танцую с 7 лет. Это вот мама отдала в танцевальный кружок. Все. В 9 классе я понял, что я хочу быть танцовщиком. И поступил в Академию культуры в Харькове. Стал магистром с хореографии. Конечно, были такие, сказали, что там твои цепи-дрыпи, как бы ничего хорошего не приведут. Давай к нам вот на хранение, переработку зерна вот в аграрный. Говорю, нет, спасибо. Я не сделаю машины, я не юрист, ничего такого полезного, но мне искусство ближе. Понимаете, жизнь актера, она короткая, танцовщика, она короткая. И тебе нужно тоже думать о своем будущем, о чем-то, чем ты будешь заниматься дальше. Я прочитал книгу Нуриева «Танцовщик», и вот последнее выступление уже на последних издыханиях, да, ему там 50 было, он в Александринке, если не ошибаюсь, выступал, говорит, это была мумия. То есть на это было жалко смотреть. Как только я пойму, что мое тело больше не откликается и не может делать то, что я мог делать там 5 лет назад, я сразу закончу. Либо идти дальше в хореографию и режиссуру, да, танцевальную, там, в видео и тому подобное, в чем я ас и профи. Либо думать о смене профессии. Мне кажется, это не так просто. Ты сидишь, да. Потом вдруг пришел в кино и стал актером. Нет, это не просто, я верю. Но есть же такие случаи, когда ребят находят режиссера на улице. Слушай, знаешь, мне, наверное, сейчас будет стыдно говорить, но мне очень нравится Дэдпул, я вот жду прямо. Это, мне кажется, мой прототип. Мне хочется играть смешные роли, то есть позитивные. По внешнему виду, это более героические. Героические или драматические. На мой взгляд. Обо мне всегда одно и то же мнение складывается, то есть... идет пафосный, вот смотрите. А походу я обычный, такой парень-рубаха. Станислав. Ой, я прям жабка-путешественница. Я родился в Днепропетровске, вырос там. Поступил в Академию культуры в Харькове. На 4-м курсе перевелся на заочное отделение, там же в Харькове, но уехал в Киев работать. Прошел кастинг в Ленинград-центр, уехал в Москву, полгода в Москве, из Москвы в Питер, и теперь я вот так мотаюсь по России, да, в Украину заезжаю. Все спрашивают, украинцы такие талантливые, потому что очень мало платят, и большая конкуренция, и работы немного, и просто выкладываешься на все 100. А когда сюда приехал, знаешь, я так немножечко поделюсь с тобой. Я смотрю на этих танцовщиков и думаю, ребят, вам такие бабки. А вы еще и носом крутите, а нам доплатят за это или это? Вы не такого уровня, чтобы вам платили такие деньги. Много портим и косячим в жизни, это да. Причем я за собой замечаю, что я быстрее говорю, чем подумаю. Поэтому иногда язык мой враг. И когда ты в запале, на эмоциях, ты можешь такого сказать прям. Потом жалеешь об этом, да. Но хорошо, что есть люди, которые могут извиниться. Наверное, за последние 5 лет я стараюсь оценить и, если я не прав, переступить через себя и сказать, да, я не прав, извини, пожалуйста. Знаешь, я обычно всегда себе говорю, что вся наша судьба в наших руках. Но я себя так настраиваю, знаешь. Как ты заставишь себя думать, как ты будешь обращаться, так оно и будет. Да, конечно, какие-то пунктики, наверное, существуют, что... Тут будут ключевые встречи, но в основном от тебя все зависит. Мы чуть больше года вместе, она менеджер труппы. Познакомились на одном из фестивалей, который она меня пригласила, как быть жюри, судьей на фестивале. Вот, все, я не упустил момент. Я рад, что меня она поддерживает, и то есть нет такого, что у нас там конфликты по поводу там работы. Слушай, я хочу пацана. Пацан должен содержать, пацан должен помогать родителям. К сожалению, у меня не было отца, и не знаю, что такое по сантехнике сделать, какой-то совет по жизни, там, ни рыбалки, ни тому подобное. Это, прямо сейчас сложно. И не хочется, чтобы, хочется вырастить парня, у которого было полноценное детство. Но если будет дочка, я не против. Это же счастье дети. Да.